Плата за вывоз мусора без комиссии. Такая возможность появилась у жителей Новочебоксарска. Подробности далее. Ольга Ярылкина прописана по одному адресу, а проживает по-другому. Чтобы не платить за вывоз мусора дважды, она обратилась за перерасчетом в новочебоксарский офис регионального оператора. Это очень удобно, что не приходится ездить в другой город, в Чебоксары, и, соответственно, экономит, во-первых, время и, соответственно, деньги. Офис в городе Спутники открылся в феврале этого года. До недавнего времени специалисты проводили здесь только консультации и делали перерасчеты. А теперь еще и принимают платежи за вывоз мусора без комиссии. Услуга без комиссии очень востребована. На сегодняшний день у нас приняли без комиссии где-то около 150 чеков. За день принимаем платежи где-то на 10 тысяч рублей. Среди первых плательщиков Нина Ивойлова. Без комиссии удобно. И у меня тут рядом. Хорошо, что он здесь появился. В республике пока работают 4 такие кассы. 2 в Чебоксарах, по одной в Новочебоксарске и в Канаше. До конца месяца появится еще 11. Обеспечить возможность оплаты без комиссии всем жителям республики. Такую задачу поставил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Остальные кассы будут остановлены, они передвижны. Они будут обслуживать все районы Чувашской республики, начиная от Алатыря. И будут по графику выезжать наши работники и обслуживать население. Если будет такая необходимость, мы готовы увеличить количество касс, да, и к концу, допустим, года увеличить их, и в каждом районе, в каждом сельском районе будут у нас по такой мобильной кассе. Дожидаться появления передвижных касс не обязательно. Оплатить услугу за вывоз мусора без комиссии можно в личном кабинете на сайте регионального оператора, госжилинспекции, а также через терминалы Чувашкредитпромбанка. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.